такой пример кода. Это уровень очень высокий. Что такое класс-лодеры? Большинство медлов точно не знает. Ну, то есть, поговорить на русском языке они еще могут, а вот Java код уже все, туго. Так что тут... Да, и пару еще тем, которые, если захотите глубоко изучать, что касается памяти в Java, касается Java Core, и уровень начинает медла и выше. То есть middle, senior, ну, архитектор это и тех лиды это обязаны знать. Для них это уже. Это, во-первых, class loader. Это сущность, которая создает нам классы. И это пакет Java lang ref. Там есть так называемые мягкие ссылки, слабые ссылки и фантомные ссылки. И еще там есть очередь ссылок, reference QE. QE. Если вы это поймете, то вы будете, наверное, на голову выше большинства собеседующих. Понять очень тяжело, и это все еще относится к Java Core. То есть проблема в том, что вообще это не считается Java Core. Так, это круто. А что это тогда? Это пакет Java Lang. Это само ядро языка, само ядро JDK, само ядро JVM. То есть как оно работает с ссылками, как оно загружает классы. А это, ну... Поэтому ошибочно считается, что Java Core такая простая тема, там, ну, быстро запрошли за 2 недели. И в итоге получается, ну, из-за этого у хороших техлидов всегда есть хлеб. Потому что есть множество у нас сеньоров, которые этого не знают. Они пишут свой код, они общаются с какими-то джонами из Америки, они все пишут, они вроде получают деньги. И пишут приложение, которое там очень интересно, системно падает. И поэтому есть люди, которые выше сеньоров, которые приходят, это чинят. Работает мало, получает много. Тут как договоришься. Хорошо. Все.